Чего у вас случилось? Hello, братишка. Hello. Как оно ничего? Ничего. А что в очках? Зрение хуй. Да, плохо вижу, когда слишком яркий экран. Ну бывает, дай бог тебе здоровечка. Спасибо, и вам тоже. Откуда будете? Киев. Киев, а я Москва. Ну, приятно услышать. Рад видеть тебя. Да, я тоже. О чем беседуете здесь? Да, братан, честно говоря, первый раз вот этой ситуации. Сижу на работе энергетиком, понял, работаю. Администратор электростанции. Скучно, выпьем, надо, хочу пообщаться с кем-нибудь. А что, как энергетика у вас там в Киеве? Працюе? Не. Что, нема? Конечно, не. Откуда? Ну, свет-то горит. Ну, не вы, разбили нам все. Нема ни света, ни Не, а свет-то есть, вон, смотрю. Да. Ну вот, у вас там сзади свет горит. Это фонарик. Фонарь, а интернет есть. Ну, ми. Значит, працюет? Не. А интернета нет у вас? Ну, не... Нас же бомбанули сегодня в 7 утра, дядь. В 7 утра бомбанули? Расхуярили нормально. И все, вообще электричества нету ни у кого. Кошмар. Ну так и без интернета вообще скучно же. Как вы без интернета? Скучно, братан, когда, блядь, детей забираю, блядь. У вас детей забрали? На войну? Да при чем? Ракеты эти, по домам сегодня в Киеве. А, это ПВО блядь. Ваше, это ПВО ваше. Это ПВО, дядь. Ну, у вас есть ППО, которое не может попасть в ракету и попадает на дома. А какого хуя ракета сюда летит? Ну, потому что у вас там что-то военное процюе. Вот чтобы военные не процювали, туда летит ракета. Ну, ты вроде, честно сказать, если вы, ну, наши слова, ты вроде приятно людина, грамотно, блядь. Ну, я все правильно говорю. Веришь. Почему верю-то, я знаю. Что ты знаешь? Ну, что ракета летит в какой-то объект, где военные его используют. Чтобы военные его не использовали, туда летит ракета. Если хотите ее сбивать, то надо сбивать не над Киевом, а до Киева. Тогда проблем не будет. Ну, если попадете, конечно. Подвесь, пожалуйста, видео в интернете, когда сбилась ракета, как она летела на горящая дальше. Ну, ее сбили над Киевом. Не, и она дальше летела и упала, блядь, дома. А так бы она въебалась в какую-то в ТЭС. На трубе без света сидела вся Украина. Ну, то она попала бы в ТЭЦ. ТЭЦ. Правильно. Нарушила бы электричество, а так она попала нахуй в дом. Оно тебе... Короче, я не грамотея, ну, мне нельзя это обсуждать. Ну, это я понял. Она летела бы в дом, ой, в ТЭЦ. И куда она летела? Она в людей. Обычных, какие дома сидят, зарабатывают, ходят на хлеб, выращивают детей. Дети, ну, она... Людей почему? Они виноваты, братан? В том, что ПВО стоит о, в городе. Блядь, они штурки научились таки завязывать. Ну, я блядь. Вам рассказываю в чем. А их... Она вин... Ну, посмотрите, я вам расскажу клянусь, сейчас в чем. Сука, клянусь. Ну, я вам рассказываю, почему. Я вам самого трое детей, я то сука. Вот шкоп, тупо так бы эти ракеты, сука, так я поэтому и объясняю вам, что а ракета... Что ты не можешь объяснить? Что... Ой, господи, что происходит?